Всем привет! У нас впереди второй поток карт наставника. И чем же отличается офлайн и онлайн преподавание? Вы знаете, что у меня уже 4 года школа рисования в онлайне. Она стабильная. Да, есть куда расти. Еще просто я считаю, что мы еще в таком полузачаточном состоянии, но все-таки мы растем. Вот. И у меня также есть офлайн уроки здесь. Приходят ко мне местные русские, русскоговорящие, и дети, и взрослые. И в итоге у меня доход идет с двух ручейков, и с онлайна, и с офлайна. Что я посоветую? Выбирайте по сердцу, пробуйте, и так, и так. Если вы хотите не привязываться к месту, а вот как я, например, я пожила в Египте, в Турции, и везде я просто провожу мастер-классы в онлайне. Это тоже очень удобно, не привязываться к месту. Но в то же время живые деньги, когда к тебе прям приходят люди на рисование, и ты можешь тут же получить доход, это тоже очень удобная тема. И на арт-наставнике мы будем учиться и офлайну, и онлайну. До встречи!